Ребята, приехала в гости к вам теща и привезла задок. Сейчас я покажу, как его просто нужно разделать. Не спеша снимаем пока шкуру. Не спешим и не режем пальцы. Все, шкура на башмаки. Так. Это на фарш. Так, вот эта часть называется почечная, чтобы знали, треугольник – это почечная часть. Это называется яблочко круглое, а это просто мякоть. Режем ее, к примеру, напополам. Вот все. Подписываемся, ставим лайки.